утомился, я устал. Сказки, стихотворение мне расскажете? Дедушка Мороз, садись вот на этот стульчик. Все ребята давно знают, что любит Дедушка Мороз, когда ему стихи читают про снег, метели и мороз. Сейчас, ребята, мы будем стихи читать по очереди. Верочка, выходи, пожалуйста. Громко только Дед Мороз надо читать, да? А ближе Дед Мороз, поближе, чтобы он как-то слышал. Подарки сладкие мне Дедушка Мороз. Молодец, Мороз!